Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет показано, вторая часть этого видео будет показана о так называемых боснийских пирамидах. Я их называю боснийские пирамидальные холмы. Согласно официальной версии, это все природное образование. Согласно неофициальной версии, одной из разумных, это какие-то неизвестные абсолютно нам пирамидальные холмы, которые были построены в период, ну, палеолит, в ледниковый период, в конец ледникового периода, где-то так. Ну, кто его знает? Там... Пирамидальный холм выложен такими гигантскими плитами, как будто вот известняк, смешанный с галькой. И даже есть следы отпечатков человека. Я первый скажу, что следы не гигантов, следы обычных людей. И они, такое впечатление, что на ногах они носили какие-то вот обмотки, какие-то вот, видно, куски кожи. То есть они ходили не голыми, а у них на ногах были какие-то обмотки. В этих пирамидах огромное количество подземных туннелей, в этих пирамидальных холмах. Их не одна пирамида, и не две, и не три. Ну, как минимум несколько. И по размерам одна из пирамид, по-моему, высокая, она больше, чем большая пирамида на плато Гиза. Она выложена, понимаете, она такая земляная пирамида из земли, и она выложена гигантскими блоками с галькой, известняк с галькой, ну, какой-то вот раствор типа вот цемента, но вряд ли цемент, скорее всего, что известняковый раствор с галькой, замешанный с галькой. И это все гигантские блоки гигантских размеров, выложенные по всей плоскости пирамиды, такого гигантского холма. Ну, может, не по всей, там раскопки, конечно, проводились не по всей плоскости, но, по крайней мере, на одной части этого пирамидального холма есть вот такие вот блоки. Что говорит официальная наука? Она говорит, что это все такое причудливое природное образование, там следы процессов движения тектонических плит, эрозии, выветривания, там, подымания, опускания, там, литосферных плит, и вот образовалось. Также там есть внутри, исследователи Горан Омбранзис, по-моему, обнаружил древние, очень древние, ну, как это назвать, глифы, древнюю письменность, прото, наверное, письменность такую, рисунками такими,
которая тоже датирована, ну, как минимум палеолит, мезолит. Какие-то вот на камне там какие-то типа рун каких-то, рисунка каких-то очень древних. Более подробно по боснийским пирамидам вы увидите дальше видео. Я покажу, насколько я смог информацию новую собрал оттуда, о раскопках, о прочем. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thank you.